Короче, как понимаешь, супер хрустящая темпура, креветки с острым пикантным соусом и морковку. То есть там морковка стояла в таком шкафу, при температуре 60 градусов, сахара сами испарялись вот так, медленно-медленно. А поэтому приятного аппетита. Давай, Люк, мы в тебя верим. С Богом. Полезно. Релиш и огурец. Это уникальное сочетание Японии, Нори и России, базилика и Италии. Все самое зеленое, самое свежее, самое хрустящее у нас в ресторане.